Самая красивая сноубордистка в России. Олицетворяет женский сноубординг. Я бы хотела кататься, как она. Привет, я Оля Смешливая, я являюсь трехкратной чемпионкой России по сноубордингу и амбассадором курорта «Роза Хутор». Катаюсь я уже более 10 лет. Все на самом деле начиналось с лыж, и меня родители поставили, можно сказать, заставляли кататься на лыжах, и мне не нравилось. Но потом я увидела сноуборд и поняла, что это все, это мое, и когда я попробовала, это была любовь с первого взгляда. Я каталась в основном возле дома на небольшом склоне, там меня заметили и пригласили в школу РГШ и потом уже в сборную Москвы и сборную России. 3 года назад меня пригласили стать впервые амбассадором курорта «Роза Хутор». Это очень было почетно, как бы представлять, быть лицом курорта. У меня никогда не было кумиров в катании, я всегда просто старалась кататься с друзьями, смотрела на них, и мы друг друга вдохновляли, и благодаря этому был прогресс. Я думаю, первый трюк это все-таки был 180. И, кстати, с ним, мне кажется, я выиграла первые соревнования. Я бы посоветовала девчонкам взять себе тренера, чтобы все делать не через ошибки, чтобы сразу показали, рассказали, как делаются трюки, и потом уже пробовать. До сноубординга я занималась бальными танцами, и это было тоже профессионально. Бывают моменты, когда хочется немножко отдохнуть от сноубординга. Это обычно в конце сезона, когда хочется уже поехать куда-нибудь в теплое место, посерфить. Сноубординг, он, конечно, всегда в душе, и хочется кататься всегда, и после небольшого перерыва начинаешь скучать. В принципе, это уже профессия, а не только хобби. После травмы колена мне казалось, что все, возможно, карьера закончена, но я тогда не сдалась и заново всему училась. И даже после этого меня пригласили на известные соревнования, которые называются Nine Queens, 9 лучших сноубордисток мира и лыжниц. Трамплин был 24 метра пролет, и это считается один из самых больших, особенно для девочек. На Роза Хутор я стараюсь приезжать каждый год, все-таки это мое любимое место, и не один раз в год я здесь бываю, особенно в этом году, мне кажется, я тут уже, можно сказать, весь сезон. Я люблю больше всего южный склон, потому что там солнышко светит, очень красивый вид, вот, а вообще, наверное, я большее время провожу в сноуборд-парке Роза Хутор. Катаюсь, тренируюсь. В этом году парк очень хороший, много фановых фигур, и спасибо ребятам. Мой любимый, это, наверное, все-таки хэндплант, но, к сожалению, его не везде можно сделать. А так, наверное, бэксайд 360 я могу сделать просто с закрытыми глазами. Это уже такой отточенный трюк. Самый сложный трюк, это, наверное, я делала фронтсайд 720 и кэп 720. Тренируюсь я в основном 3-4 часа в день. Раньше это было постоянно, каждый день и 300 дней в году, сейчас это, конечно, поменьше, но теперь у меня появилось больше времени для того, чтобы заниматься видео и фотосъемками. В прошлом году мы снимали как раз-таки видео о том, что в России тоже есть крутые места, и можно серфить, можно кататься на сноуборде, у нас отличный снег, и это видео называется «From Russia with Love». Курорту Роза Хутор я хочу пожелать новых трасс, новых подъемников, много снега и много солнца. В моих планах на весеннее катание быть здесь.